de Tchernobyl, des territoires en grand nombre ont été contaminés par les radiations. Die Katastrophe wurde in frankreichs Territorium radioaktiv verseucht. Повстало менее 60 область пожара. Радиоактивное искажение повстало в вынику катастрофы в Чернобыле. Будет иметь на не одно поколение. Гони. Чего встал? Гони, говорю. Так люди же. Так чертовой матери, гони, пропадем! Господи, они ж ничего не знают. Да вперед, гони! Гони, говорю! Ты даешь, кобель. Ну, подшаби, подшаби. Да я завсю, да люди пьют, гуляют, а ты на работу. Ха-ха. Дерзай, Адамыч, нам без твоей горелки не жениться, не помирать. Чтоб ты был здоров. Горка! 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 Я уже все горка! Я пришла доделать, я уже все хотела. Ой-ой-ой, пошли, пошли. А то с дядькой Миколой свяжешься, на девок перестанешь смотреть. Вот обе дрожжи. Ладно, будет тебе, Литруха. Только ты за домом моим доглядай.
Здравствуй, Машенька. Давно я до тебя не забегал. Все, дела. Вот и сейчас, видишь, на завод еду. Продукцию гнать. Сахаром стало туго. Ну ничего. Мне за мою Адамовку чего хочешь дадуть? Вот так и живу. Андрей наш уже капитан. На днях обещался приехать картошку садить. Будто я сам не справлюсь. Ты там за меня не очень-то проси. А то не скоро увидимся. Вот жизнь вроде нормальная. От людей почет и уважение. А без себя тошно. При жизни ругались мы с тобой. А теперь места себе не нахожу. Пойду я, Машенька. А то в деревне без меня вся работа остановится. Что, алкаш, за работу? Thank you.
тебе такого нельзя. Сгоришь. Это только мы можем. А тебе вот это разбавлено. Но будем дорог на мины. На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. На ее пути горы и моря, ты лети, лети, ласточка моя. Пришла. Пират! Пират! Живые! Живые! Пират! Живые! Живые! Кто это? Японский! Тягни меня! Меня.
счастье. Сколько же я гудел, а? День, два. Три дня. Машенька, это ты? Я, Микола. Уже? Рано еще. Ты кто такая? Пират, ты чего глядишь? Посторонний у Соня? Башка раскалывается. На, проглоти. Сразу легче станет. Я химию не ем. Это не химия. Японский бог. Лучше рассолу. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Як я туда эти три дни? На второй день уже сватался. Говорил, хоть ты и жена мне, Мария. Давай еще раз поженимся. Ух ты! Надрался старый хрен. Приставал? Да нет. А як у лодки очутился? Сказал, помирать буду. Пошел и лег в нее, как в гроб. Шла по лесу и нашла тебя. Приблудная, значит? Душ, наверное. Как же и ты мог сгореть? Не твоего бабиного ума дело. Ишь ты, заблудилась и она. И сразу до мужика у койку. Вон пошла. Пшел, говорю! Как же я на тот берег попаду? Иди, говорю, иди. Вот ты это, шла по лесу и дальше иди. Сразу видно, не привык ты с женщинами разговаривать. Вон из моего завода. Увольняю. И что было здесь, забудь. И что было между нами, тоже забудь! Пшел! Вот черт, уже 2 часа. Трое суток меня дома не было. Народ уже, наверное, всесоюзный розыск объявил.
Давай, садись. Все из-за тебе. Ты японский бог, не гроб. И они что, перепились так и забыли похоронить? Ума посходили. Куды все подевались? Ты что-нибудь разумеешь? Я чую что-то не то. А что? Понять не могу. Глянь. Птиц нема. Самое время петь, а они не поют. Куда и они подевались? Электричеством пахнет. Чуешь? Покойника нет?
Есть кто живый? Свет отключили, деятели. Не работаю. Глянь. Моя трава. Вот бегали. Даже ее забыли. Уезжать отсюда надо. А ну вылазь, ступай за мной. Як тебя звать? Мария. Як мою покойницу жену? Несчастное имя, между прочим. Я так не думаю. Сидеть. Записываю. Шла, значит, по лесе. И нашла тебя. Не тыкать. Я с вами свиней не пас. И выследила охренчика. Миколу Адамыча. Так, цель. Что? Что такое? Какая поставлена задача касаемо меня? Смотреть в глаза. Борьба с самогоноварением. Усих, значит, под корень. Остался один охремчик. Его надо извести. У всякие таблетки там. Во вам! Меня никаким опием не глушить. Разве ты не понял, что здесь оставаться опасно? Во, где собака зарыта. Значит, без единого выстрела. Какие там что-то ракеты. Голыми руками, да? Задурить людям голову, взять на испух и грабануть все богатство страны. Пока Микола Хремчик тут, и он вам покажет. Ку, спину мать!
Что это со мной? Пустота тебя придавила. Опомниться не можешь. Трудно тебе без людей. Пойдем. Ты вот что, Мари, обидел я тебя. Не держи на меня зла. Это ты на себя серчал. Ну все, все, ты прости меня. Я не буду больше. Без тебя мне будет тут хреново. Як-не-як живая душа. Ну, Мари, это добро. Только ты вот что. Прошу тебя, ни слова. Я этого не люблю. Тебе налить? Не хочу. Тебе больше достанется. Ладно. Скромница, не прикидывайся. Ты лучше покажи, как там у вас пьют. Добро у вас там пьют. Ну что, по другой? Ешь, ешь. Не бойся, не бойся. Я пошутил. Думаешь, не знаю, кто ты? Ты ангел. Только не пойму, ты по мою душу пришла или так погостить? А ты зачем имя жены моей покойницы присвоила? Чтоб со значением было, небось. А? Молчишь? Ты как пират мой, все понимает, но молчит. Ну, еще по одной. Как хочешь. Ну и я третью не буду. Не доставлю тебе такого удовольствия. А ну, конечно, молчаливые завсёды красивее болтунов. Ты вот сидишь тут. Смазливая такая, кроткая. А я думаю, Дева Мария тоже кроткая была, а Божьего сына незаконно народила и обрекла его и на смерть, и на муки. Вот и выходит, что в вашей кротости больше зла, чем добра. А этот Всевышний, а что, не мог своему сынку повеселее биографию придумать. А? Богохульник я, да? Ну что ж, я богохульником и помру. Я и тоже, знаешь, раньше все больше молчал. Делал, что от меня требовали. И молчал.
меня, знаешь, даже орден есть. Трудового красного. За 200 центнеров за гектар. И душа у меня была всегда свободная. Ты думаешь, что я деревенским самогонщиком вниз опустился? Наоборот, я увысь пошел. Ну, если я там это иногда и переберу трошки, так с кем это не случается. Придумал меня. Не гони меня. Неужели я тебя нисколько не пугаю? Сдается мне, что это с тобой у первый раз. Да, все было. Но чтобы кто в меня влюбился... Так да, чи не? Да. Иди. Сели в постель. Будь хозяйкой. Ты хочешь узнать больше, чем тебе отмерено. Но ты все равно не узнаешь. Узнаю. Ты себя еще не знаешь. Ах, глупый ты. Как дитя?
Ты где? Где ты? А вы что тут робите? Подарить некому. Кося! Уб'ють же! Кося! Марія! Ложись! Ложись, Марія! Ложись! Ходи за мной! Подлипни! Ишь ты, скотину пулеметами! Что яны вам зробили? Сердца у вас ни у кого нету! Что яны вам зробили? Ты у дом за мной не заходи! Я один буду. Один. Машенька, так я же самую малость. А зачем мне же ты Машенька, ой, любимая, сил ты нет. Моя. Ой, ты, Машенька, ты. Где ой, ты? Ой, Машенька, за что ж меня так? Ну, куды ж ты, друг? Принимал.
Так я же с Васильком. Грамм по 50. Потому как у него... Смерти ты моей хочешь, а? У него дитя родилось. Так я жену Машка, ну что ж... Ты чтоб ты провалился, Ира. Это что ж это? Что ж выходит? Кто тут хозяин? Кто хозяин, да? Нет, я ее спалю. Я спалю. Зараза. Я ж тебя люблю. Люблю. Зараза. Спалю. Спалю. И мне Бог простит. На вот тебе. На. Мой костер у тумана не светит. Хорошо тебе было с ней. Искры гаснут на ветру. Есть что вспомнить. Нас с тобой и никто не встретит. Неправда. И она любила меня. А ты ведьма. Помогите! Спасите! Люди добрые! Кто ты что там робишь, братка? Тону! Тону я! Есть там хоть одна христианская душа! Грабишь, значит. А ты что, сторож? Ну, посиди там, помыйся. Вот придурок! Ты что, с луны свалился? А вы что, детки? У гости да детки Миколы. А, чавелки мои. Кушать хочете? Слышишь, а? Где-то 300 лет нахрен никому эта деревня не нужна, 300! Потравили ее! Покойники вы все, шмурики, ну, трупы ходячие! Ручку давай. Эй, дед, слышь, сын у тебя случайно не капитан? Андреем звать! К тебе прорывается! Собрать отсюда хочешь? Ну? Ну, со мной ехал! 3 километров не доехал, его патруль забрал! Який патруль? Да патрули наставили, козлы вонючие! Атомная станция у них взорвалась! А нам теперь мертвой зоне стронций хавать! 300 лет распада! Ну давай еще, два, немножко, ну еще! Так! Вот, Магарис с меня! Ох, как он пригодился мне, наследничек твой! Не делай этого больше, не я пакости! Я грабу, я видел твою деревню! Ох ты, парсюк! Ты бы голову лучше прикрыл, а то вмиг облезешь! 300 лет, говоришь? Может и больше. Считай лунный пейзаж кругом. Самое подходящее место для ада! Для чего? Для ада, говорю! Ты что думаешь, меня шмотки интересуют? Дофига! С нечистой силой встретиться охота! И все мы здесь как нечистые. Старушку здесь видел одно случайно, вроде бы забыли. Нет. Для чего? Для ада, говорю! Ты что думаешь, меня шмотки интересуют? Дофига! С нечистой силой встретиться охота! И все мы здесь как нечистые. Я думал, здесь случайные люди. А скажут, что ребята случайно. Потом на этом искупление грехов заслужил. Лет никому нахрен эта деревня не нужна. 300. И все мы здесь как нечистые. Для ада, говорю. Для ада. Мясо-то проверено. Не дури. Ты тетю видишь? Где? Он там. Где? А я вижу. Якая она? Ну... Красивая. На мамку похожа. Thank you.
все равно сваливать отсюда надо. И чем скорее, тем лучше здесь. Всем шандец будет. Оставь сыну записку и вперед. Померещилось чего-то. Такой дикий кайф в жизни не было. Слушай, я надену. Говорю же, тебе сваливать надо. Пацанов хотя бы спасем. И он что, умрет скоро? Жалко стало. А дети? Ну, слава богу. Бери. Бери. Плакать надо, а я смеюсь. Что люди попросят, то я и делаю, от того и смеюсь. Только просят я немало. Кому червонец до получки, кому огород скопать. А чего им много прощить? Родився, женився и похоронився. Вот и вся забота. А вот теперь по новой стали Богу молиться. А вот ты, как считаешь, Бог он есть? А? Ты ведь есть? И та меня уже вроде и нету. А Бог, он должен быть. На то он и Бог. А после тебе картошка уродится? Ну ладно, мужику сам Бог велел, пей. Ну пей, ну что ты, ну пей, ну пей. Ну. Да ты что, дура сопливая, он же умрет. Другого лекарства у вас нет, вам же здесь обоим писец. Хана, чавелы. Нет! 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 Да, да, нет! Да пошла ты, паскуда, ты мало. Нет! Да цепись ты! Нет! Ай. Да иди ты! Прицепилась, как пиявка какая-то, хулибаха! Да иди ты! А то придушу, как вошь! Что-то не то со мной. Где твои таблетки? Вот. Теперь другое дело.
тебе доктором быть. А в Японии мужики до 80 лет живут. А скоро, может, и до 100, а то и до 1000. Было бы здоровье. А ты хотел бы так? Не. Долго жить вредно. И честно. А мне теперь ни к чему. Я ведь не живы. Мне бы только не пропустить тот момент, когда ваш мир и наш мир сольются. И когда мы с тобой будем одно целое яблочко. И тогда посмотрим, где лучше. Может быть, и жить-то вовсе не надо было. Ты этого никогда не узнаешь. Не в твоей это власти. Эх ты, глупенькая. Ты что, не понимаешь, что я это говорю для того, чтобы и он подслушал? Я ему как бы намекаю, мол, не оглядывайся. Наша церковь. Ты можешь обратиться к нему. Только спустись вниз. А что сказать-то? Я однажды уже такого наговорил. Не прогневать бы. Научи, Мария! Скажи, чего ты хочешь в конце жизни. Прости нас, что мы твой храм порушили. Не ведали, что творили. Прости нас, грешных. У меня просьба к тебе, отче. Когда мы представимся, позволь нам превратиться в каких-нибудь тварей. Жучков или паучков, чтобы мы тебя снова тешили. Пойми, Боже, зачем жить, если никого не тешить, а тебя и подавно? Дай мне птицей стать. Все же в твоей воле. Мне бы дятлом быть. Такая простая, работящая птушка. Все тюк да тюк. Мне бы дятлом быть. Такая простая, работящая птушка. Все тюк да тюк. Здорово, батя. Ну и дух у тебя. А я к твоему приходу хлеб оставил. Ну, здорово, что ли? Здравствуй, Андрушка. А тебя тут забыли или сам остался? И так, и эдак. Ну и как?
А тут ваши наехали, всю скотину перебили. Видел, небось? Так надо, батя, мертвая зона, так мертвая. Для всех без исключения. Черт. До тебя еще просто не добрались. Кто не добрался, а кто и... А ты чего намордник нацепил? Думаешь, жизнь себе продлить? Ладно, батя, каждый час дорог. Пойду какой-нибудь транспорт раздобуду, пока ты окончательно в дятла не превратился. А я сейчас утеку. Чертов старик! Батя! Лесочка моя. Нужен костюм новый надень. Документы возьми, чтобы за мародеров не приняли. Да сними ты эту рвань! Что-то не то со мной, батя. Враз в глазах потемнело. Доброе, доброе. Будем в хату. Будем. Ух. Выпить не найдется? А? Чего? Выпить. Сейчас. 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 Химия, ты же не потребляешь. Ничего, ничего, проглоти. Бери. Ну, бери. С такими таблетками еще, знаешь, 100 лет можно здесь прожить. Молочком запей. Молоко где брал? Молоко здесь больше всего употреблять нельзя. А ты пей, что тебе отец подал. Пей. Не уеду я, Андруша. Зря время теряем. Ты думаешь, меня тут просто так вот забыли? Надо же кому-то во всем разобраться. Разберемся, но в другом месте. У меня 3-комнатная квартира. Хочешь, дачу тебе куплю? Будешь опять сам по себе? Мне ничего не надо. Я предлагаю тебе лишних 20 лет жизни. А мне не надо лишнего. Может, вот эти 2 дня мне дороже твоих 20 лет. А то, что скоро помру здесь, может и хорошо, мысль будет лучше работать. Мысли-то ладно, мысли-то хорошо, но ты и меня пойми.
У меня ж безвыходное положение. Уехать без тебя, это ж потом грызть себя всю жизнь. А у тебя осталось только одно. Похоронить меня. Если я сейчас прикоснусь к нему, то он уж не встанет. Делай, как он говорит. Ты что? Не хочу! Не надо! Еду я! Еду! Ну вот, другое дело! Ну что, по-твоему вышло? Не знаю, еще не уверена. На-ка вот, переоденься. А это зачем? Да сними ты эту хламиду. Не буду я. Да не хочу я. На вот костюм. Где? А ему жизнь долго засталась. Он от другого умрет. Лет через 10. Вперед, мыслитель. Присядем на дорожку. Спасибо тебе за эти 2 дня. Что? А? С Богом. Машенька, привел я к тебе твоего гвардейца. Полюбуйся. Увести меня хочет от тебя насовсем. А ко мне, Машенька, смерть приходила. Красивая такая, как ты. К тебе сильно приревновала. Пришлось, правда, с ней согрешить. Немножко. Ну, я думаю, что ты бы меня простила. Ну, Орел, скажи матери, что. Ну, что сказать? Завидую вам. Такую жизнь прожили. Да ты бы батьку попросил хорошенько, и он бы тебе объяснил, який до женщины подход нужен. Прощай, мать. Thank you.
Мария, где ты? Мария! Я знала, что ты придешь. Сколько мне еще осталось? Несколько дней. Где твои таблетки? Они тебе не помогут больше. Я боялся, что тебя тут не будет. Ты и вправду ждала меня. Никуда не уходила. Глупый старик. Ты устал. Тебе надо лечь. Я приготовила для тебя постель. Ляжи ты, согрей меня, мне холодно. Еще не время, еще несколько дней. Я так и не знаю, кто ты. Никто никогда не любил меня, даже покойница. И это я все наврал про нашу с ней любовь. Наврал себе, сыну, и тебе тоже. Никто, понимаешь, никогда не любил меня. Я знаю. У меня та же история. Не надо ждать этих несколько дней. Прошу тебя. Спи. Сейчас тебе станет тепло. Мария.